Начнем с животных, которые к прыжкам не сильно приспособлены. Эта корова каким-то образом оказалась на крыше небольшого дома. Люди стали сгонять ее оттуда, и корова прыгает. Волноваться не стоит. Животное встает на ноги и уходит, как ни в чем не бывало. Несмотря на большой вес, этот бык легко перепрыгивает заборы, в то время как другие коровы и быки этого сделать не могут. А здесь корова сама прыгает с берега в реку. Наверное, очень захотелось освежиться в жаркий день. Тут засняли, как перевозят свиней в грузовике. И одна решила совершить побег. Она забирается на кузов и оттуда совершает головокружительный прыжок. Крокодилы тоже могут высоко прыгать. Правда, не с земли, а из воды. Их специально дразнят едой, за которой хищник и выпрыгивает с помощью своего мощного хвоста. Наши меньшие братья, собаки, могут удивлять еще сильнее. Некоторые умеют взбираться на очень высокие заборы. А специально тренированные собаки могут прыгать на такую высоту, что кажется, что они просто летят по воздуху. А этот небольшой пётик любит с обрыва нырять в воду. Наверное, он этому научился, смотря на отдыхающих людей. Этой собачке ничего не стоит перепрыгнуть одним махом высокие изгороди. Домашние кошки – отличные прыгуны, особенно если их напугать. Эта кошка, спасаясь от пожара, совершает невероятный прыжок из окна здания. Она приземлилась на все четыре лапы и осталась целой и невредимой. А вот дикие кошки могут поражать прыжками. Одним из самых прыгучих видов диких кошек является каракал. Во время охоты эта кошка часто совершает головокружительные прыжки. В неволе каракалы тоже удивляют своим умением прыгать, особенно во время кормежки. Посмотрите, на какой высоте этот человек держит кусок мяса. Неужели каракал его достанет? Рысь. Еще один любитель попрыгать из семейства кошачьих. Благодаря сильным задним лапам эта кошка может прыгать тоже очень высоко. Леопард – отличный прыгун. Чтобы поймать осторожную птицу, нужно напрячь все свои силы, но иногда этого бывает недостаточно.
А этому леопарду повезло. Его мощный прыжок принес результат. Большая летучая мышь была поймана. А это снежный барс, мощная и ловкая кошка, которая в дикой природе обитает в горах. Чтобы быстро передвигаться по таким скалам, нужно быть сильным и выносливым. Снежный барс как раз такой. Но иногда эти кошки как будто впадают в детство и начинают вести себя как маленькие котята, играть друг с другом и прыгать. И эти прыжки порой удивляют. Копытные животные уже с самого рождения умеют бегать и прыгать, а когда вырастают, то их прыжки становятся просто невообразимыми. Туристы засняли, как импалы перебегали дорогу. Они делали такие прыжки, что буквально летели по воздуху. А через минуту стало понятно, куда они так спешили. Оказывается, за ними охотился гепард. Здесь львы охотились на антилопу гну. Когда на пути антилопы оказалась пара львов, она совершает мощный прыжок и перепрыгивает хищников. И это спасло ей жизнь. Стадо оленей не вовремя решило перебежать дорогу. Мощные прыжки не все были удачными. Один из оленей оказался практически на крыше автомобиля. Молодой олень попал за забор частного дома, и когда вышли хозяева, стал искать, как отсюда выбраться. Он развивает большую скорость и мчится в дальний конец участка, и там делает головокружительный прыжок и оказывается на свободе, правда при этом задевает задними ногами за верхнюю часть забора. Тут случайно засняли просто фантастический прыжок олененка. Вы только посмотрите, кажется, что животное как будто идет по воздуху,